Это вертеп или рождественская пещера. Такие ящики с представлением сцен из библейской истории были распространены в народной культуре. Они сопровождались специальными песнями, кантами и показывали сцены поклонения волхвов младенцу Христу, святое семейство в пещере и другие рождественские истории. Над вертепом звезда нового светом высияла. Фестиваль, посвященный святочным традициям, пройдет в Доме народного творчества губернии с 13 января. В этом году сочельник начинается с кануна Васильева вечера. Приедут коллективы из разных городов России со своими театральными рождественскими спектаклями. 13 января в 18 часов у нас будет спектакль «Ночь перед Рождеством» Пермского театра «Карабаска». 14 января у нас большая арт-мистерия, арт-проекты из города Томска «Васильев вечер». Они показывают спектакль «Метель» по произведению Пушкина «Метель». Увидят пермяки и рождественский спектакль театра «Странствующая кукла» господина Пежо с участием фолк-группы «Атава-Йо». Есть в программе фестиваля «Сочельник» конкурс вертепов, множество мастер-классов, угощения, гадания, песнопения и фестиваль-конкурс «Крещенские огни», где выступят мастера фаер-шоу. 14 января в 20:30 они покажут свое мастерство на площадке перед Домом народного творчества губернии. Завершится фестиваль «Сочельник» в воскресенье 15 января.